будто и невелика эта Карельская река Ке. Однако, как своенравна и строптива, сколько впустую растраченных сил. Но вот на пути ее встала плотина. Это Путкинская ГЭС. Еще 5 плотин станет на ее створах. 5 гидроэлектростанций, одна за другой. Они обуздают ее стихию, и Кемь будет служить людям. Но, может быть, тогда она потеряет что-то от своей первозданной красоты, от своего неуемного буйства. Не эта ли мысль привела на ее берега местного пейзажиста Валентина Александровича Блинова?